Всем привет! Сегодня на разборе у нас такой проект, как SoundDion. SoundDion — это музыкальная экосистема, созданная на блокчейне, способствующая продвижению музыкальных произведений, малоизвестных исполнителей, групп и композиторов. Работая с платформой SoundDion, у новых талантов есть шансы на всеобщем признании его таланта. Таким образом, последний становится партнером экосистемы SoundDion. На платформе будет действовать 5 приложений, каждое из которых дополняет высокий вклад в созданный SoundDion экосистемы. Давайте же расскажу о этих самых приложениях. Первое — это Music Token Sale. Это представление артистам возможно финансирование своим творческим, начиная с помощью токен сейла, организованного посредством Creative Smart Contract. Также будет SoundDion Exchange, то есть это инструмент токенизации и централизованная биржа интеллектуальной собственности, где каждый может покупать или продавать доходы, генерирующие роялти, создавая свои диверсифицированные портфели музыкальных активов. SoundDion Monitor – это основанная на блокчейне агрегированная данных и аналитики, что позволяет артистам и любителям музыки отслеживать доходы всех источников рояли и иную прибыль, включая доход от продажи билетов. Также SoundDion Player – это стриминговый плеер, который использует централизованный реестр с целью прозрачного сбора роялти и внедрения механизма лояльности для любителей музыки. SoundDion TX – это интеллектуальная платформа по продаже билетов. SoundDion использует динамические QR-коды и Creative Smart Contract для устранения скальпинга, мошенничества и расширения предоставляемых возможностей организаторов концерта для контроля первичного и вторичного рынка перепродажи билетов. Также, какие плюсы у данного проекта и что они будут использовать в работе своей платформы. Во-первых, это фан-маркетинг. Эта платформа существенно расширяет права и возможности композиторов, при этом подбирает целевую аудиторию для исполнителя. И последний, благодаря прозрачности проводимых на платформе операций, имеет возможность узнать предпочтения своих поклонников, улучшить при этом связь с ними и пополнить ряды фанатов. Также будет Improved User Experience, это интерфейс, играет важную роль в работе экосистемы. Так, приложение построено на платформе SoundDion, имеет лучший в использовании дизайн, при этом приложение показывает интересующую пользователю информацию, продвигая вверх новостей, ожидающиеся концерты, и так далее. Также это Revamped Relationship, на платформе предусмотрены варианты вознаграждения поклонников за их преданность к исполнителю. Так, имея доступ к информации о подписчиках, операциях внутри платформы, исполнитель может наградить денежной валютой, билетом, личной встречи, либо же беседу своего преданного фаната, что очень круто. Экосистема рассматриваемого проекта охватывает в своей деятельности все составляющие аспекты индустрии музыкальной композиции. К ним относится возможность предоставить сети свое авторское произведение, также продажа и перепродажа контента, организация концертов, продажа, покупки билетов на мероприятия и многое-многое другое. Благодаря тому, что платформа SoundDion основана на технологии блокчейн и использует в своей работе заключение Creative Smart Contract, между сторонами возникает исключительно доверительное отношение, что исключает риски мошенничества с одной из сторон договоренности. Далее, команда проекта. Как мы видим, на сайте представлена информация о их биографии, то есть чем они занимались, где работали, в какой сфере работали. Также у каждого имеется ссылочка на LinkedIn, можете перейти туда и изучить биографию не в этой соцсети. Также адвайзеры компании. Как мы видим, здесь есть такие известные личности, как Илья Лагутенко. Также описана биография у них и есть ссылочки
на LinkedIn. Далее давайте посмотрим дорожную карту. Вообще проект основался еще в октябре 2017 года. Ну и также дорожная карта составлена до 2020 года, марта. В августе уже 18-го старт бета-версии, далее запуск возможности проведения токен сейла для всех пользователей. В феврале 2019-го запуск Sound Exchange, всестороннее соответствие регулированию всех проводимых операций. Ну и уже в июне 2019-го будет запуск бета-версии Soundion TX. Далее запуск Soundion Monitor. Ну и в декабре 2019 полностью функционирующая платформа распространена по всему миру. И в марте 2020 запуск протокола Soundion. На данный момент компания проводит свое ICO. Давайте поговорим о нем более детально. Продажа токенов уже скоро закончится. Она началась с 30 августа по 30 октября. Сейчас действует бонус в размере 7%. Эти токены, которые называют Soundion, и они будут сделаны на ERC-20 эфириуме. Softcap они установили $3 миллиона и Hardcap $16 миллионов. Цена одного токена составляет 5,5 центов приблизительно. Далее, как будут распределены токены, давайте посмотрим. На продажу пойдет 65%, 14% команда и основатели, 4 это ранние инвесторы, 6 это советники и послы, 3% это Bounty Pool, 2% они оставляют в резерве и 6 это для различных композитов. Ну что хочу сказать, по моему мнению, у проекта очень хорошее будущее, и они являются платформой широкого спектра действий. У них получается на счету порядка 5 перспективных приложений, охватывающих все сферы индустрии музыкальной композиции, что дает проект достаточно перспективным для инвестиций и вливаний. Поэтому я советую вам более детально изучить проект. В описании к видео я оставлю ссылочку на их сайт, также их соцсети, ну и, конечно же, Wirepaper. Изучите его, чтобы уже принять окончательное решение. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!